Привет. Тебе что? Да. Иди домой. Где-то там слышу, орут куры. Так, собака, иди домой. Домой иди. Тебе сказали. Лодки. Куры. Собака. Деревня. Правильно. Иди домой. Сказано же. Дети на обочине играют. Пойдем кур смотреть. За траву. Водки. Еще как. Был огород. Что-то уже выросло. Вот здесь. Скажу честно, в таких домах живут люди не просто бедные. Люди очень бедные. Но они здесь живут. Здесь налажен их быт, какой есть. Ребенок, белье сохнет. В общем, вот так. А тут прям местный ресторан, походу. Да, это место продажи рисового самогона. Вон там курочки. Ну вот так. Стоишь под манго, читаешь объявление про рисовый самогон, ну и так далее.